Анна Борисовна сказала, что она слышала, как ты играл список Шиндлера. Ты его играл у нас за кулисами. А я знаю, что это одна из твоих любимых вещей. Да. И это совсем другая музыка, не похожая на «Грозу». Там другой темп и другая интонация. Может быть, ты сыграешь нам сейчас немножко список Шиндлера? Да. Да? Браво! Браво!